как изменились актеры сериала «Папины дочки». Российский телесериал транслировался на экранах 6 лет. За это время вышло 20 сезонов. Последнюю серию показали в апреле 2013 года. Как за это время изменились главные герои, вы сможете посмотреть в этом видеоролике. Сергей, главный герой, работал психотерапевтом. От него ушла жена и оставила 5 дочек. В сериале роль исполнил Андрей Леонов. Людмила, жена главного героя, бросила супруга и улетела в Канаду. Людмилу Сергеевну сыграла актриса Нонна Гришаева. Маша. Маша – старшая дочь. У девушки всегда было много поклонников. В роли Марии фанаты увидели актрису Мирославу Карпович. Даша. В школе девушка одевалась во все черное. Роль Даши сыграла Анастасия Сиваева. Женя. В роли Жени зрители увидели Дарью Мельникову. Героиня актрисы была спортсменкой. Галина. Самую умную дочь исполнила Елизавета Арзамасова. Полина. Роль Полины исполнила Екатерина Старшова. Когда начали снимать киноленту, актриса еще не ходила в школу. Совсем недавно Старшова поступила в МГУ.